Здравствуйте, Оксана. Добрый вечер. Вы готовы к вопросу? Еще как. Начнем. Кто вы? Покажи мне свое удостоверение. Почему у нас блондинки с черными бровями? Краски не хватило на брови. Почему мужчина, если даже любит одну девушку, заглядывается на других? Потому что он мужчина. Вон он автор неологики. Если бы у вас был шанс сделать что-либо беззаконное, а что бы вы сделали? Я бы что сделала? Ограбила бы банк. Было ли у вас такое, что вы встретили парня, от которого не могли оторвать глаз? Конечно, я же женщина. А зачем вам нужен его глаз? Следующий вопрос. Если девушка жрет и любит, является ли она жрицей любви? Смотря что она жрет. А вам интересно, о чем разговаривают парни, когда находятся без девушек? А я знаю, о чем они разговаривают, поэтому мне неинтересно. Следующий вопрос. Если у ученика за рулем стоит знак «У», а какой знак стоит у слепого? Должна быть буква «С». При правильном подборе литературы в туалете можно ли получить неплохое образование? Я вам хочу сказать, что для многих люди там получают хорошее образование. Что вы сейчас не видите? Можно ли назвать бомжа менеджером по сдаче бутылок? Однозначно. Вставьте пропущенные буквы в слово. Звездочка, У, звездочка, Ня. Надеюсь, у вас получилось слово «кухня»? Нет. Следующий вопрос. Слушайте его внимательно. Девушка-человек. Девушка молодая. Значит, девушка – молодой человек. Молодой человек – это парень. Следовательно, девушка не человек. Почему человек? Молодая человек. Почему у некоторых девушек на лице не написано «осторожно, покрашено»? А зачем это писать? Так все видно. Если бы на боку напали пришельцы, чем бы вы от них отбивались? Я бы станцевала индийский танец, они сами уехали бы. Женщины любят ушами, а чем любят мужчины? Мужчины вообще любят? Севгилим, Севгилим. Так у нас в Баку любимые зовут. А как зовут любимые в Сумгаите? В Сумгаите как зовут любимые? Как отсидеть пожизненный срок и выйти на свободу? Только амнистия. Можно ли затушить огонь бензином? Как вам сказать? Если бы можно было уйти в будущее, что бы вы изменили в прошлом? А, это уже серьезный вопрос. Согласны ли вы с тем, что завоевать сердце азербайджанской девушки так же легко, как выровнять Кавказские горы? Вы знаете, Кавказские горы выровнять очень трудно, а вот завоевать сердце азербайджанской девушки намного легче. Есть такая поговорка: муж и жена – одна сатана. А что, если брак фиктивный? Если брак фиктивный или гражданский, или нет, фиктивный. Ура, ба, три вопроса. Если Кощей бессмертный, то почему он сейчас не живет? Почему он живет? В Советском Союзе секса не было. Тогда как рождались дети? Кто такой пупсик? Пупсик? Ну, я не знаю пупсика. Многие, кто называют пупсика, там, девочки называют пупсика мальчиком. Мальчиков. Мальчик называют девочкой. А для меня пупсик – это маленький такой пупсик, куколка, которую давали мне в детстве играться. Лично так.
Большое спасибо вам за ответы. Всего вам доброго. И вам спасибо. Вам также всего доброго. До свидания. До свидания. Вот херовая вам вопросы. Такие ужасные. А? Кто эти вопросы? Ты что куришь?